Всем доброго дня, салам алейкум всем, ребята. Покажу, как начинается у меня утро в Чикаго. У кого-то с кофе, у меня с работы. С 8 часов выходим на работу. Я кофе особо не любитель пить. Ну, пил хороший крепкий чай. Я вам покажу сейчас, как гниют машины в Чикаго. В Чикаго очень сильно сыпят соль, как в России, в таких городах, как Москва, Питер, Самара. Вот, допустим, вот BMW, вроде бы свеженькая, неплохая, все. Пришла на замену колодок и дисков. Здесь я диски все снял. Вот она. Сейчас мы включим фонарик. Вот, смотрите. В каком состоянии. Соль делает чудеса. Видите, на болт. К счастью, в Америке любой инструмент для любой штучки, для любой дырочки, все есть. Вот такие машины становятся через пару лет езды по чикагской соли. Зато улицы всегда чистые, не как у нас, забывают их, снег внезапно не выпадает. Если выпал, то с утра коммунальные службы все чистят. А так машина сама на вид свеженькая. Так что оставлять комментарии, ребята. Будет вопрос, задавайте.